Всем привет! На связи Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. Сейчас я нахожусь на сайте транснациональной системы использования энергии Power Money. На этом сайте у нас есть возможность получить до 3500 долларов, если мы поделимся своей вычислительной мощностью, то есть мощностью своего компьютера или телефона. Международная компания TXU Energy в сотрудничестве с Европейской коллегией физиков-теоретиков проводит данную акцию, так как спонсирует проведение эксперимента по моделированию развития Вселенной. И этот эксперимент требует больших мощностей, и поэтому эти мощности решили повзаимствовать у нас у простых пользователей интернета. Компания TXU Energy, скорее всего, является вымышленной, точно так же, как и все реквизиты, которые здесь указаны. Никакой информации о ней в интернете найти не удалось, а учитывая то, что она международная компания, то такого быть не должно. Я поделюсь своей энергией и посмотрим, заплатят ли мне здесь какие-нибудь деньги. Вычисляется номинальная мощность моего устройства. Подготавливается алгоритм. Процесс подготовки завершен. Запущу сам алгоритм. Время работы алгоритма от 1 до 3 минут. Во время работы алгоритма устройство может подвисать. Рекомендуется ничего не делать и просто дожидаться завершения его работы. Сейчас я поставлю видео на паузу, пока идет это какая-то анимация, как по мне. Сомневаюсь, что существует какой-либо алгоритм. Когда этот алгоритм закончит свою работу, я возобновлю видео и посмотрим, что будет дальше. Алгоритм успешно завершен, была использована часть моей энергии для решения масштабных задач. Нажму кнопку «Продолжить». Теперь меня ожидают какие-то вопросы. Быстренько отвечу. Теперь меня соединяют с консультантом. Это изображение я уже вижу не первый раз. На другом сайте мне попадалось именно это изображение. Я не думаю, что это прямая запись. Это просто какой-то кусочек либо гифки, либо видео. И, конечно же, никакого консультанта на самом деле не существует. Я готова забрать сумму своего выигрыша. Перейду к определению суммы выигрыша. Итак, мое вознаграждение составило 2735 долларов. Возникает вопрос, зачем платить такие большие деньги просто каким-то пользователям интернета, когда все мощности можно было бы закупить у производителей, и это было бы намного бы дешевле. Перейду к выплате, тем не менее. Чтобы осуществить перевод выигрыша на мой счет, необходимо перевести доллары в рубли, так как система автоматических выплат производит выплаты только в рублях. Теперь нужно заплатить за конвертацию 160 рублей. Здесь есть только одна кнопка «Совершу обмен». И попадаю сразу на страницу оплаты от сервиса ePay, где должна заплатить те самые 160 рублей. Предварительно перед тем, как снимать этот видеообзор, на самом сервисе ePay я разыскала автора этого сайта под ником Morrison Jack. Именно он получит все деньги, которые мы заплатим на этом сайте. А платить придется здесь много раз. Если мы посмотрим дополнительные цены к сайту, то увидим целых 14 платежей. Интересно, у кого хватит смекалки заплатить все 14 платежей, но думаю, даже если вы заплатите там несколько первых, автор будет уже очень рад. Если мы перейдем по ссылке с сервиса ePay, то попадем на сайт Power Money, и это подтверждает авторство Morrison Jack. Сейчас я оплачу 160 рублей, пока поставлю опять видео на паузу, и после того, как оплата будет зачислена, вновь вернусь к вам. Я оплатила конвертацию долларов в рубли, сумма успешно конвертирована, теперь сумма к выплате составляет 170 307 рублей.
И меня встречает очередной запрос на следующий платеж в размере 407 рублей, так как платежная система запросила оплату своих услуг. Мы не располагаем необходимым количеством средств, чтобы оплачивать услуги каждому участнику акции. Очень интересненько, значит, по 2700 долларов выплачивать всем у них есть деньги, а заплатить 407 рублей за услуги какой-то системы у них нет. Совсем нелогично. Тем более, European System of Payment Protection явно не имеет никакого отношения к этому сайту. Если я нажму кнопку, опять попадаю на страницу оплаты и уже должна оплатить здесь 407 рублей. Оплачивать этот платеж я не буду. Как мы с вами видели в дополнительных ценах к сайту, это всего лишь второй платеж из 14. И в итоге оплатите вы хоть все 14 платежей, никакие деньги никто вам не выплатит. Потому что сайт создан только в мошеннических целях, мошенникам. Подобные сайты никому ничего никогда не выплачивают. Также я должна предупредить вас, что данный автор продвигает свой сайт еще и на сервисе ClickPay24. Вот так он выглядит. Абсолютно ничем не отличается визуально, но отличается названием домена и страницей оплаты. То есть, если вы оплачивать будете какие-то платежи на этом сайте, то попадете не на такую страницу оплаты от сервиса ePay, на немного другую, от сервиса ClickPay24. Но я же не советую вам связываться ни с этим сайтом, ни с тем, который продвигается на сервисе ePay. Они просто обманывают людей, выкачивают у них деньги, и ни к чему хорошему общение с этими сайтами не приведет. С вами на связи была Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. До новых встреч в следующих видеообзорах.